Всем привет! Вы на канале Рисунки Юльки. Сегодня будем делать сквиш-наклейку в виде панды. Я буду очень рада, если вы поддержите мой канал. Для этого нужно подписаться и нажать лайк. Берем двойной листочек. Для этого нужно просто сложить его пополам. И начинаем рисовать мордочку панды. Сейчас раскрасим. И вырезаем. Так как листочек у нас был двойной, сразу получилось две вот такие вот части. Сейчас нам понадобится широкий скотч и заклеим верхнюю часть вот так вот аккуратненько. Чтобы скотч не прилипал к столу, можно подложить вот так вот маркер. Скотч нужно наклеить с запасом по краям. Вот так должно получиться. А сейчас подровняем по краям. А вот здесь скотч обрежем полностью. А сейчас разрезаем скотч на такие вот маленькие полосочки. И теперь скрепляем две эти части. Просто вот так вот скотч загибаем. И у нас получился вот здесь такой кармашек. Сейчас берем вату, либо ватный диск, либо синтепон и наполняем кармашек. Осталось заклеить вот здесь. Для этого берем широкий скотч. Вот так вот наклеим. Подровняем и снова разрезаем на такие вот маленькие полосочки. И скрепляем. Получилась вот такая вот милая сквиш-пандочка. Для того, чтобы сквиш стал наклейкой, просто берем кусочек двустороннего скотча и наклеиваем вот здесь. И готово! Вот такая красота получилась. Также на моем канале вы найдете, как сделать и вот такие вот сквишики. Если вам понравилось это видео, жмите лайк, я очень старалась. И до новых встреч!